Вялікі дзень здароўя прайшоў у мінскім палацы дзяцей і моладзі. Гарадская акцыя аб'яднала больш за 300 школьнікаў. Яны прынялі ўдзел у круглых сталах і дыскусіях на тэму здаровага ладу жыцця, а таксама наведалі спартыўныя майстар-класы. Пазнаёміліся з рознымі напрамкамі фітнесу, асвоілі прыёмы рукапашнага бою і нават вывучылі танец у стылі хіп-хоп. Я решила поучаствовать, потому что множество моих сверстников имеют вредные привычки, и это действительно здорово, когда есть такие мероприятия, которые могут помочь понять современной молодежи, что плохо, что хорошо. Достаточно большая аудитория, все активные участники, и здесь получается очень интересный синтез, такой как вот стрит-воркаут, у нас есть площадка паркура, все, безусловно, подтягиваются к этому, они начинают, даже кто в этом не заинтересован и никогда в этом не участвовал, они вливаются в это движение и уже двигаются вместе с нами. Падчас акцыі таксама прайшоў канцэрт, свае творчыя нумары паказалі маладыя артысты і музычныя калектывы.